Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня ко мне на обзор попал очередной телефончик. Кстати, я не знаю, что это за посылочка, потому что мне много посылок пришло, но наверняка в описании к видео, да и вообще в названии видео вам уже это будет известно, поэтому я сейчас распакую, и мы посмотрим, что там у нас за аппаратик. И, кстати, хочу напомнить вам по поводу партнерки от AliExpress. Я уже вывел первые свои 100 баксиков, как видите, вот, заработал денежку. Вот, так что переходите, кстати, по ссылочке, регистрируйтесь там и зарабатывайте вместе со мной. Там ничего сложного нету. Кстати, у меня даже на канале есть видео, как зарабатывать. И там, по-моему, ссылочка в описании должна лежать. Как зарабатывать денежку на партнерке EPN от AliExpress. Вот. И что вам там придется делать, немножко расскажу так по поводу этого дела. Вы регистрируетесь и делаете ссылочки на товары. Эти ссылочки потом даете людям, люди по ним скупляются. И с этих ссылочек вам оно потом с покупок с их капает денежка. Вот так вот, собственно, вы зарабатываете свои 8,5%. Это намного лучше, чем какие-то всякие литишопсы и прочая подобная хрень. Потому что вся эта ерунда работает на EPN. То есть они забирают ваши проценты. Вы там получаете на Letyshops'е, по-моему, 5,5% или 6 максимум, вот, а на EPN 8,5% как минимум вы будете зарабатывать на каждом заказе. То есть получается со 100 баксов 8,5% это 8,5 долларов. Да, там дольше ждать деньги, но вы зато нормально будете зарабатывать и там гораздо надежнее. Так что поехали, смотрим, что у нас здесь за телефон. Так, вот такая вот посылочка пришла. Кстати, китайцы пишут, чтобы не писать, что здесь телефон лежит, они пишут MP4 Player подарок. Цена 20 долларов. Ну, телефон, конечно, стоит не 20 долларов, он стоит дороже. Ну да, собственно, все равно он стоит гораздо дешевле, чем проходная сумма на таможне. На таможне, по-моему, если не ошибаюсь, насколько мне память не изменяет, можно проводить товар до 150 долларов, кажется, что-то такое, или до 200 долларов. А, 150 евро, точно, 150 евро. Вот так вот, у нас здесь пришел N76. Вот у нас здесь наклеечка стоит, такая у нас коробка синяя. Вот, с AliExpress почти все телефоны Nokia приходят вот в таких вот коробках. Ну, есть и другие, конечно, я не говорю, что они именно под копирку все одинаковые, нет. Есть и другие коробки. Но в основном приходит вот в таких вот. Так, заглядываем вовнутрь. Здесь у нас сервис-кард есть. Вот такой вот можно, Lucky Box какой-то. В общем, здесь QR-код, если он может сканировать. И куда-то вы там будете переходить. Здесь вы пишете свой адрес, Return Registration Form. Это если отправлять назад, будет вдруг у вас какие-то проблемы. Хотя проблем у меня, в принципе, не возникало. Вот. Да и раньше, в принципе, если были проблемы с каким-то телефоном, допустим, ну, то я отправлял, просто открывал спор, и все, в общем-то, в порядке, все менялось. Причем бывало такое, что телефон на обмен идет гораздо быстрее, чем когда ты заказываешь. Ну, я имею в виду, когда вот я отправил, допустим, человек через неделю, получил какие-то через неделю, и мне через неделю приходит, блин, телефон. Офигеть можно. А было еще такое, когда отправлял телефон, вот, и китаец, под честное слово, мне, вот, я написал ему, что у меня телефон сломался, он в тот же день, короче, мне отправил новый. Ну, я думаю, как бы нормально, круто, блин, отправил ему его поломанный. Вот, я не стал его дурить, там, зачем с человеком дальше работать. Вот, зачем обманывать, правильно? Вот, так, так, здесь у нас сам телефончик, кстати, вот. Тут у нас наушники обычные с гарнитурой, надпись у нас здесь Nokia, такие вот у нас наушнички обычные, я их не юзал, не знаю, что за качество, ну, наверняка какие-то дешевые, максимум, ну, бакса 2-3 стоят, не больше. Так, тут у нас зарядное устройство тоненькое и USB кабель, USB, кстати, обычный вообще, самый обычный еще, который, вон, видите, даже не microUSB. Обычный USB. Это, по-моему, это мини-USB называется, точно. Мини. Так, и мануал у нас здесь есть, сервисный штукин-дрюкин, вот такой вот.
все на английском, конечно же, китайского. Ну, слава богу, китайского нету, а то как напишут там на китайском, вообще хрен что разбери. Так, отложим это пока в сторонку и посмотрим сам телефончик. Так, телефон у нас черного цвета пришел, здесь у нас отдельно кинули MA, Made in Finland, все дела, вот такой вот у нас MA. Ложим туда и смотрим наш аппаратик. Так, аппаратик блещит у нас там, такая вставочка глянцевая. Вот, сам аппарат выглядит очень-очень хорошо. Вот эта штучка матовая. И она, кстати, такая приятная на ощупь, бархатистая. Вот, знаете, как в айфонах 4-х, 4S, там такой материал классный был, что вот не хотелось из рук выпускать. Постоянно вот гладил там стекло. И здесь то же самое. Так, тут у нас динамики снизу, вот они. Вот такие вот у нас динамики. Да. Вот у нас лицевая панель наружная. Здесь у нас второй экран, кстати, он тоже цветной. Что очень хорошо. Кнопки управления, то есть этот телефон идет как музыкальный плеер. И телефон два в одном. Вот такой вот у нас аппаратик. Вот так вот у нас переливается, блещит. В общем, выглядит неплохо. Сейчас мы его откроем крышечку, потому что у нас там наверняка залепили батарейку. Да, так и есть. Это чтобы по дороге телефон нечаянно не включился. Вот так вот у нас внутри выглядит. Тут все хорошо у нас. Сеточка такая. В общем, я не знаю, что это такое. Да, в общем, не важно. Главное, что телефон должен работать хорошо. Да и бог с ним, что там, где там под сеточкой лежит, какая разница. Так, легко закрывается, легко открывается, очень хорошо. Так, это у нас, что это у нас такое? А это у нас разъем под microSD, походу. Или под сим-карту, не пойму. Да, под microSD, кажется. Подожди, а ну, сейчас посмотрим. Кажется, под microSD. Так, ну тут разъемов никаких нету, да, это под microSD, а вот под сим-карту, короче, здесь, по-моему, да, это разъем, что-то я не пойму, как-то не сталкивался с этим, короче, ну ладно, не важно. Такой вот у нас внутренний вид аппарата, вставляем и включаем телефон наш. Так, а где включать? Кнопка включения у нас сверху, тут же у нас USB-шка находится, только что-то не пойму, заглушечка как-то. А заглушечка-то того, ребятки, да, угу, что-то с ней не лады, оторвано, придется как-то писать китайцу, что за дела, буду долбить ему, пускай мне скидку делают, а что за хрень там, блин, вставил мне, слышишь, блин, вообще охерел. Так, скидку с него, блин, 5 баксов как минимум собью. Простите за сопли, я немножко приболел, вот, поэтому, как бы, думаю, вы поймете и простите. Так, вот у нас телефончик включается, ну, сам телефон рабочий, в этом я не сомневаюсь, но вот это вот, конечно, заглушечка меня не очень порадовала. Заглушечка, конечно, да, китаец, скотина, будем с него скидку сбивать. Тут у нас цветной экранчик. Так, включился, дата у нас требует. Да не надо мне. Поехали. Так, сейчас нам надо язык, походу, выставить, да? Так. Ну, типа, а, не сюда. Не сюда мне надо. Надо вот эту кнопочку нажать, короче. Вот. Так. Зашли в менюшечку. Сустим. Смотрим. Так. Походу, сюда. А здесь... Алгемин программа. Это что, немецкий язык стоит, что ли? Персонализация, дисплей, не туда. Да, походу немецкий язык стоит. Еще ёб твою мать. Автоматик, да. Нам нужен русский. Украинский здесь тоже, кстати, есть. Румынский есть, еще там какие-то языки есть. Да, немецкий язык тут стоял. Неприкольно, блин. Немецкий язык. Так, у нас перезагружается сейчас. Телефончик перезагрузится и будет уже у нас здесь русский язык. Кстати, на клавиатуре тоже русские буквы, он, как видите, есть. Русская раскладка, русский язык на телефоне. Как видите, тоже есть.
все хорошо, можно покупать. Единственное, что, ну, в принципе, ну, это такое, в принципе, косяк небольшой, так что, в принципе, не страшно. В принципе, не страшно, с этим можно и по месту разобраться. А с китайца и деньги собью. Еще и в наваре останусь. Вот такой вот у нас дисплейчик задний. Вон, видите, плеер показывает, там все дела. У нас раз, можно сразу музыку включать, нет, не воли. Хорошо, ну ладно. Нет, так нет. Вот так вот он у нас работает. Ну, в принципе, звук включать не буду. Где-то у меня уже там полно видео этих телефонов. Неоднократно раз заказывал. Вот. И звук там все есть. Камеру тоже нет смысла проверять, потому что, ну, чудес ждать не стоит. Телефон старенький. Поэтому камера здесь вполне обычная. Вот такой вот у нас телефончик. Да, это у нас Nokia N76. Так что... Ребятки, кому было видео полезным, ставим лайки, подписываемся на канал. Давай, подписывайся на канал. Все, всем спасибо, пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.